Весна приходит 8 марта. В этот день дома и офисы наполняются тонким ароматом цветов. Розы и хризантемы, герберы и орхидеи, главные символы весны – тюльпаны и даже яркие подсолнухи. Чтобы ваш букет не стал дежурным, а принес с собой атмосферу праздника, выбирать его нужно правильно. У нас заказывают цветы для особенных женщин, говорит про свою галерею Екатерина Маслова. И это не случайно. Особенным женщинам нужны особенные букеты, не похожие на другие, с настроением весны, вплетенным между листьев и лепестков. Флористы галереи цветов раскрыли секрет таких волшебных композиций. Процесс сборки. Именно то, что букеты собраны с душой. Именно то, что в них вкладывается душа, красота, добро. В галерее цветов вы найдете традиционные розы всех оттенков, игривые ранункулюсы, орхидеи и хризантемы. Ну и какая весна без тюльпанов? Здесь они самых фантазийных цветов. Яркие и броские или нежные пастельные. Выбирать вам. А если хотите удивлять, добавьте в букет капельку лета, подсолнухи. Флористы галереи цветов уже включили режим 8 марта, принимают заказы на композиции практически круглосуточно. Цветы свежие. Сейчас каждый день идут поставки. За день все цветы, которые вот вы сейчас видите, их сегодня уже не будет. И будет свежая поставка ночью и вот так вот до 8 марта. И 8 марта будет поставка. Многие боятся, что не хватит цветов, но у нас постоянно идет поставка цветов, поэтому цветов хватит всем. В галерее цветов работает доставка. Букет можно заказать заранее, чтобы не забыть о нем в суете праздника. Цветы привезут по указанному адресу точно в срок. Ну а чтобы весенняя композиция создавала настроение праздника в доме как можно дольше, есть несколько простых советов. Любить цветы и тот букет, который вам подарили. Менять каждый день воду и просто наслаждаться. Получать удовольствие от этого букета. Галерея цветов. Особенные букеты для особенных женщин. Ленина, 22. Телефон 8-903-604-78-67.